Так, всем привет. Сегодня народу немного. Ну ладно. В общем, по вопросу ВКонтакте выиграла покраска, поэтому сегодня, может быть, что-нибудь попробуем покрасить. В данном случае, наверное, рыцаря. Поэтому запускаем 3D квад. Так, надо запустить чатик. Привет, Екатерина Александровна. Что делаешь? Так, пока за планшет пересаживаться не буду. Угу. Так, вот здесь надо сейчас, пока я заметил, удалить все лишнее. До тебя прям не достучаться сегодня. А у меня этот Skype автоматически не запускается, я забываю про него. Короче, из-за этого. Ну да. Включу еще попозже. Что-то важное или так? Так, давайте все лишнее удалим. Просто пока заметил. Так, и давайте запустим. Ну что, давайте рыцаря красть. Так, for color, 3D code. Да там были проблемки, но я уже сама нашел. Ну вот, видишь, если очень захотеть, можно в космос полететь. И все самое решится. Что-то сегодня вообще прям в лом так все делать. И тебе привет, Алекс. Ты у меня постоянный, что ли? Смотрящий. Или ты уже приехал домой-то? Так, у нас грузится моделька. Что-то очень долго. Так, вот такой вот челик в чайнике. Вот. Привет, привет. Поиграй тогда. Я что-то не знаю, во что. А, сегодня ж... А где-то хоть есть-то у бабушки где-то, что ли? Или как, куда там обычно отсылают подростков? Так. Рыцарь вот такой вот. Давайте разнесем все по объектам. Тик. Слои. Вот так вот как-нибудь сделаем. Ну что, и приступим. А, сейчас погодьте, музон врублю. Какой-нибудь. Так, ну все, вот теперь все готово. Так, раз... да, у бабули кушать 5 раз в день. Ну, круто, чё. Я помню, у меня после свадьбы был медовый месяц на море. Реально месяц тусил. И там, короче, прям вот... Еле купались, ну и... Чё там обычно после медового месяца. И, в общем, это вообще топчик был. Так больше никогда не отдыхал. Но красить это интересненько. Или ты физически устал? Я сейчас цвета буду набрасывать просто пока. Да нет. Что-то как-то, я не знаю, сегодня полдня проспал. Вообще так в ломах было. Погода начала только налаживаться.
Так, ну что, начинаем вначале, ну, сумки. Давайте сразу все вначале в цвет, хотя можно их попробовать в разные цвета перекрасить. Также обзываем слои, как и название объекта. Переходим в Dark Knight папочку нашу. Здесь уже какие-то материалы настроены. Привет, Дмитрий. Так, ну и выбираем материалы, в данном случае кожа. И начинаем их подгонять под сумку. Как только материал выбираем, у нас сразу же окошечко превью высвечивается. Уменьшаем насыщенность, ну, вернее не насыщенность, а плотность материала. Сразу же давление уменьшаем, что-то он очень, очень такой плотненький. Давайте попробуем применить слой, заполнить весь слой. Будем надеяться, что сейчас сразу же не вылетит, потому что обычно, когда я на стриме что-то делаю, оно вылетает. Так, вот у нас получилось сразу такой вот материальчик, довольно-таки неплохо выглядящий. Можно скачать, но они делаются очень легко. Так, поплотнее можно бы их сделать. Давайте попробуем-ка. Так, редактировать материал нажимаем. Смотрим, да, что у нас тут с глубиной. Глубину изначально сделаем поменьше, чтобы она не такая была, ну, совсем уж резкая. Вот, и интенсивность. Ну, то есть плотность материала сделаем чуть-чуть поплотнее, вот так вот где-нибудь. Еще раз нажимаем залить. Материалы можно на там в группе скачать по 3D коду. Вот, можно купить на Гамроде. Ну, можно самому сделать, если есть текстуры, то это вообще не проблема. Так, создаем дополнительно бак 2 up, соответственно, и down. Вот, и в up засунем что-то более светленькое. Ну или нет, это не очень светленькое. Есть прога Crazy Bump, она с обычной картинки делает все карты. Каждую карту можно настроить. Ну да, там только зацикленности нету. Там нужно текстуры тоже пихать, бесшовные. Я пользовался как-то одно время. На самом деле Photoshop все делает карты вполне себе нормально. Так, включаем по выпуклостям рисовать. И степень регулируем, чтобы посильнее или поменьше у нас это все было видно. Вот такая потертая сумочка. Смотрите, это сейчас мы делаем просто, ну, как обычно, этими масками, там, заливками и так далее. То есть пока ничего не рисует, просто такой, знаете, как тестовый вариант. Вот, соответственно, более темные части. Возьмем какой-нибудь более черненький материал. Даже можно совсем черненький. И поиграемся немножечко. Так, его тоже надо уменьшить. И контрастиком поиграться. То есть у нас вот ямочки все. А материал включает в себя только одну текстуру. Или там еще нормальки какие-то. Ну вот я вот этот сам сделал материал вот такой.
В нем, смотрите, видите, альбедо, нормалка и металлик. Ну и для кольчуги еще маска используется, чтобы у нее отверстия были. Вот так. Пока настраиваем все программно, то есть единственная масса где-нибудь мне накачать еще побольше всяких. Так, вот она такая квадратиками получилась. Это из-за того, что... Кстати, блин, он неплохой. Неплохо так стилистически выглядит вроде. Полосочками такими. Ну, хрен его знает. Так, и можно еще попробовать прям совсем светлым. Только рисовать будем на постоянной основе. Вот, то есть у нас постоянно это будет детали, давайте. Вот, только вместо вот этой штуки, да, мы сюда еще зафигали какую-нибудь масочку фиганем. К примеру, маска каких-нибудь потертостей. И масочку эту подрегулируем, то есть. Ну да. Что-то они слабенькие. Слабенькие масочки. К сожалению, надо большего разрешения их. Потому что это я тупо скачал. Их бы надо, конечно, поискать, нормально найти. Так. А это что-то... Но вот это более четкого разрешения, но она, видите, такими квадратиками. И по идее мы можем попробовать так вот мышкой пройтись немножечко. Чуть-чуть прозрачность убавить. Вот, изобразить такие потертости там, где нужно. Вот так вот приблизительно. Ну, вот здесь вот еще сумка открывается постоянно. По идее, вот здесь вот оно может быть. И не пробовал прогу Reason UV, бывший инфул для развертки. Но про это так, ее так все хвалят, говорят, весь функционал только все намного быстрее. Ну, опять же, у меня вроде лайаут быстро работает, ну уж если так прям. Ну, мне что лайаут, но я, нет, я пробовал какую-то, но мне не очень понравилось то, что оно все такое, знаете, как пестрящее такое. Я вот, мне как раз из-за чего лайаут нравится, чисто из-за того, что ничего лишнего. То есть он такой вот в этом плане. Так, вот что-то наподобие такого мы нарисовали в этой сумочке. Это у нас уже детальки идут, поэтому мы можем сюда уже подрисовывать. Но опять же, я это делаю сейчас, ну, банально мышкой. То есть у кого мышка там, не паникуйте, ей можно вполне себе прилично что-то делать. Мне просто лень сейчас немножко пересаживаться. Так, за планшет. Давайте вот эти вот металлические части дополнительно отрисуем. Смотрите, так, выбираем материал, чем-нибудь можно более блестящее, вот такой вот. Вот, нарисовали вот тут. Эта сумочка на самом деле довольно-таки маленькая, ее прям можно вообще сильно не обрабатывать, но у меня есть такая тенденция, я многие ассеты, они у меня переборные, я могу их потом использовать в каких-то других местах. Вот поэтому эту сумочку можно какого-нибудь другого персонажа перевесить, и это будет неплохо. Так что так, сюда мы заливочку обычную сейчас шлепнем. И чуть-чуть ее разбавим, просто дополнительно вот так вот нанесем. Другим материалом. Ай-яй-яй, я случайно это ведро забыл.
Ну, Ctrl-Z нас, нам поможет не раз от всяческих зараз. Просто вот так вот кликнем. Ой, только нормальку отключим. Ну, немножечко затемним, чтобы это не было таким вот однородным. Как бы однородность — это самое херовое, что у вас может быть. То есть ее нужно всячески избегать. Смотрите, вот здесь вот, да, я тут скачал на этом, на ArtStation, орнаменты. Вот, и они, оказывается, работают очень неплохо и в ZBrush. Ой, как в ZBrush, да, так и спокойненько в 3D коде работают. То есть, по сути, мы можем сейчас взять какой-нибудь орнамент, видеть цветочка там какого-нибудь. Выбрать его. Вот, порядок нанесения. Ну, без разницы, да. Берете, включаете нормальку, цвет. Он цвет берет либо материала, который выбран. Но тогда это не очень хорошо. Либо материал отключаете, вот, убираете рисовать цветом и рисовать блеском. Давление не советую ставить больше 40, потому что он очень сильно выдавливает. И просто кликайте один раз. Видите? Вот такой красивый цветочек получился. Соответственно, никто вам не мешает потом делать какие-то сочетания интересные. То есть выделить, к примеру, вот эту штучку. И еще поверх вот так вот сделать. То есть можно рисовать какие-то приятные вещи. Ну и теперь, если уж прям совсем дорабатывать, мы эту сумочку практически уже и дорисовали, можно сказать, то переключаемся на дефолтные настройки, выбираем ленту, выбираем... Давайте двойной стежок. Отключаем материалы. Ставим шероховатость на 100. Это нитки. И цвет, какой мы нам хотим. Ну, обычно вот я какой-нибудь. Давайте просто проверим, как это будет выглядеть. Ну, надо, чтобы немножечко, на мой взгляд, контрастировало. То есть чуть-чуть посветлее. Я люблю это делать вот так. Ну, уже похоже, да. И вот сюда вот можно поставить сглаживание, если совсем руки кривые. И вот так вот, типа вот в этом темном месте, мы делаем вот такой стишочек. Рисую все мышкой без планшета. Поэтому кто меня спрашивал в ВК там по поводу, а можно ли без планшета что-то делать. Ну, в принципе, можно. Ты уже детализацию пошел. Да, я, ну да, это как, знаете, для стрима. У меня уже, в принципе, все равно ее надо делать, так что. Не, у меня как бы есть разнарядка, да, то, что я уже как бы хочу нарисовать. У меня образ уже есть готовый по цветам. Поэтому мне, собственно, не надо тут ничего экспериментировать такого. Я могу уже сразу цветами рисовать покрасивее, короче, чтобы это выглядело. Ну, то есть делаем вот такую прошивочку, а слой в этой таблице для всех мешей или конкретно для одного объекта? Где? Вот здесь? Он для... всех мешей. Но если ты их убрал, как я в данном случае, я их невидимыми сделал в сцене, у меня больше ничего и нету. Так, и вот здесь вот я должен был нарисовать типа ремешка, но я его случайно забыл. Поэтому мы можем, обязательно нужно сохраниться, потому что перед использованием инструментов, которые типа рамочка и прочая херотень, они... вылетает очень часто. 3D код вообще прям в хлам крашится, поэтому лучше вот перед использованием таких вот инструментов, да, сохраняться. И мы можем вот этот ремешочек, да, его можно на самом деле скрыть. То есть нам нужно зайти в редактор текстур. У нас вот этот ремешочек, вот он, да, наверное. Да, мы можем просто зайти в глазик, нажать глазик, выбрать рамочку, вот так вот. И вот так вот прям на UV-шке. Почему-то у меня перестало работать это на UV. Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему.
Странно, перестал работать выделение, вот это лассо на UV-развертке. У меня от рамочки всегда вылетает, не могу ее использовать. Ну, у меня периодически. Да, только очень странно, почему у меня перестало работать. Так, нет. У меня, по идее, лассо не работает, и должно работать. Смотрите, мы можем, если у нас это не отдельным объектом, да, мы можем это спрятать просто вот здесь вот на UV, вот так вот, сделав. Раз. И вот так вот. То есть нам не обязательно прям объекты прятать и так далее. Вот дальше включаем рамочку, ставим кисточку. Материал вообще как бы вначале никакого можно не делать. Вот. Просто выбираем рамочку. И тут вот аккуратненько можно нарисовать. Ну, что-нибудь вот такой вот ремешочек, к примеру. Мы сохранились, если что вылетит, то вылетит. Вот, вроде ничего такого суперсерьезного не нарисовали. Ну, такая вот одноцветная штучка. Вот, но мы можем сейчас взять материал, зайти, выбрать материал, допустим, той же самой кожи какой-то. Посмотреть, чтобы она отличалась. Ну, к примеру, давайте ремешочек сделаем. Ну, какой-нибудь вот такой стандартной кожей. Ну, такого цвета, такого вот матового. Да? Вот, можем это кисточкой порисовать, можем еще раз квадратиком сделать. Только сейчас это будет уже материал. Вот, убираем рисовать по нормальке. Ну, вот так вот аккуратненько, просто-напросто. А, сглаживание убираем, чтобы оно нам не мешало. Аккуратненько вот так вот заполняем это все. Вот, заполнили, у нас уже получился вот такой вот ремешочек аккуратненький. Нажимаем скрыть, здесь показать, все. У нас возвращается эта пряжечка. Мы понимаем, что мы прокосячили. Ну, куда ж без этого. Как это исправить, я не знаю. Надо было разметки вначале поставить. Поэтому давайте вернем это все назад. Так, поставим как положено на самом деле разметочки. Их можно там такого цвета сделать, другого, к примеру. Ну, две точки. Раз, два. Отключаем материалы. Заходим в редактор текстур. Включаем глазик. И делаем невидимым ту часть, которая нам не нужна. Сделали, и дальше уже со спокойной совестью еще раз убираем кисточку. Давайте рисуем, наоборот, опять. Ну, в этот раз сделаем ремешочек чуть-чуть поменьше. Так, как-нибудь. Вот, дальше опять чик-чик-чик. Материал. Берем кожу стандартно. Так, мы, кстати, на задней части нарисовали. Ну ладно, задняя часть никогда не видна будет. Так, опять заливаем. Наша задача, чтобы у нас по цвету вот это было изначально как-то по-другому изображено. Все, дальше опять окна. Показать все. Сделали. Вот в этих местах мы можем взять что-то более светлое. Давайте посмотрим на превьюхе. Вроде нормально, можем чуть-чуть еще уменьшить. Выбираем перо. Что-нибудь такое вот, что больше на потертости походит. И можем вот так вот порисовать. Только единственное, вот так вот повернем ноликом. Вот эту потертость, вот здесь вот ее как бы сделаем. Ну, она, по идее, должна бы быть. Но мы ее так чисто условно обозначим, что она есть тут. Вот, и, соответственно, отверстие, ну, стандартно. Раз, два, материал отключаем, включаем нормальку.
И можно вот так вот выделить, да. Если прям хочется очень глубокое, то правой клавишей мышки нормальку прибавляем тысячи в две. Но опять же, роли это уже особо не играет, так. Чисто, чтобы они были. И для контраста на дно можно более темную кожу, допустим, нарисовать. Вечер, добрый, привет. Ну, вот, собственно, такая вот сумочка получилась. По идее, можно воспользоваться тем же мармасетовским, ой, тьфу, 3D-котовским рендером, чтобы посмотреть. Но он не совсем точно отображает. То есть в мармасете это будет как-то по-другому выглядеть. И можно попробовать, не знаю, там, для красоты еще что-нибудь нарисовать. К примеру, вот сюда вот в края зафигачить что-нибудь металлическое. То есть можно выбрать, попробовать какой-то орнамент из коллекции, скажем так. Вот, допустим, такой. Сюда его в краешек подогнать. Они здоровые, поэтому, когда их выбирают, 3D-код их начинает подгружать. И поэтому на небольшое, скажем так, время они подгружаются. Ну, вот такой орнамент. Включаем нормальку, где-нибудь 36. Металлик в 100, шероховатость где-нибудь 40, а, ну давайте металлик чуть поменьше. Вот, и здесь выбираем что-нибудь серенькое такое под цвет металла, отключаем материал, ну и кликаем один раз, раз. Вот такая вот штучка получилась. Металлизированная. Особо с ней перегибать не нужно, потому что, честно говоря, здесь она так отображается, а в том же Мармасете она будет отображаться куда круче, сильнее выделяться. Ну и такую же штучку мы с вами можем захреначить на сюда на пряжечку. Выбираем, прокручиваем. Это к вопросу о том, что планируешь после рыцарей, скайфайную бабу. Просто уже очень много народу, которые столько у меня постоянные покупатели, просто прям вот. Давай, 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 давай. Ну вот надо дать. Ты как-то говорил, что в E4 можно как-то скрывать некоторые части. Ну, предположим, шлем, а не подскажешь, где именно? Нет, я не говорил, что в E4 можно это скрывать. Их можно отдельно там вешать. То есть, я говорю, мне человек делал персонажей, моих показывал. Он показывал их скрытыми, то есть он делал так, что у персонажа по нажатию там, допустим, кнопок от 1 до 10 менялось, либо полностью броня убиралась. То есть вот это я говорю, как бы можно сделать. А все остальное я прям так. Почему-то у нас на самом деле мне не очень нравится, что прозрачность вроде все на максимум стоит, но вот он их как-то прозрачно вырисовывает. Или мне кажется. Так, ладно, давайте это сохраним и заодно настроим сразу же экспорт. Так, загружаем мой изначальный пресет. Экспорт геометрии делать не будем, уберем его. Это меш, соответственно, полностью весь. Пока у нас это загружается, мы открываем с вами мармасетовскую сценку нашу. И в нее карты начинаем кидать. Я не знаю, по идее я, может быть, скайфайную бабу сделаю, а может быть, ремастер какой-нибудь старой работы. Типа некроманта там у меня с косой, который только я его покруче наворотить хочу. Вот, поэтому я не уверен. Наверное, все-таки скайфайную девку буду делать. Либо мужика не знаю, девок лучше берут, конечно. Либо выживальщика. Потому что сейчас что-то бум на выживальщиков всяких. А они довольно-таки несложно делаются. Там главное в Марвелусе надыбать эти рубашки.
уже готовые. Думал когда-то, что что-то стилизованное сделать, или ты не любитель? Не, я вообще ни капли терпеть не могу ни стилизацию, ни мультяшную хрень вот эту. Это вот сейчас на конкурсе выставились там Марат Латыпов, там Ольга. Ну да, работы классные, стильные, но вот, блин, так оно прям отвращение вызывает, не знаю. Я смотрю, работы сделаны классно, в очень хорошем стиле. Ну, блин, вот просто мультяшки эти, ну вообще жесть. Не знаю. Dark Souls, вот. Вот где жесть там. Resident Evil ремастер. А потом кто-то. Evil Within 2. Вот это в моем стиле. Warhammer 40 тысяч. Вот я на это, от этого фанатею. Мультяшка. Ну, блин, такое себе на самом деле. Так, делаем open scene, открываем. Посмотрим. Вообще, я для Crusader ничего не делал, поэтому создаем папку. Marmoset сцены. Вот, и давайте откроем для начала уже настроенную сцену, просто в стандартных трех источниках света. Допустим, давайте это откроем. Тут на самом деле не важно, хоть какую-нибудь открыть, чтобы ее настроить. Вообще стилизованный я думал, что а-ля Fortnite, ой, как он, Fortnite или как он, да. Ну, я не знаю, я просто никогда не делал стилизацию. Болванок у меня куча всяких телес. Но это ж надо одежду, там складки остренькие делать, там все это. Пробовал сделать анимации с помощью Kinect, все норм, только шума дофига. Я не нашел нормальной проги для него. Все проги платные, и вставляют свой собственный скелет. Icon 7. Сейчас, секунду, прервусь, что-то мне ребенок орет там.
Еще терпение. Да я вот думаю, вообще придется, наверное, сейчас закругляться. Что-то у меня жена забыла воду на улице, на скамейке. Сейчас тупо одеваться. За бутылкой идти для ребенка. Так, что надо-то хоть? А, удалить вот это все. Открывайте V4, нужно делать соответственные блинпанки. Так, в общем, не знаю я, короче, что делать. То ли стрим прерывать и реально минут на 10 идти. Так, в общем, давайте сейчас я загружу перса, и тогда 10 минут я прервусь. Можете уходить, можете там своим делами позаниматься. Я по-быстренькому сгоняю за бутылочкой для ребенка. Так, ладно, давайте настроим. Вот, тут даже цвета подцепились, правда, не те, которые нали. А, да. Да, давай сейчас минут на 10. Сейчас материалы накину, потом на 10 прервусь, как раз накидайте мне фидбэк. Ой, тьфу, блядь. Короче, накидайте ВКонтакт, я пока прервусь, да, как раз у вас время будет. Я тогда это схожу за водичкой, приду. Вот эта часть слишком черная, ее надо, наверное, чтобы она менее черная была. Так, в целом нормальная сумочка получилась. В общем, давайте перерыв на 10 минут, иначе меня задолбают сейчас. Давайте 10 минут ролики посмотреть.
Блин, я тут распинаюсь, сижу, блин, а звук не включен. Да я говорю, когда я пока и ходил, заставку включил, народу стало больше, чем когда я рисовал. Я думаю, может, вам заставку оставить, пойти своими делами позаниматься. Так. Ну что, надо попробовать какой-нибудь металлчик найти. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, это крашеный металл. Не знаю, рыцари что-нибудь красили? Или обычный, так. Это что у нас за металлы? Ржавые всякие. А что в твоем понятии норм ландшафт? Так, это явно не ко мне вопрос. Это что-то вообще перебор какой-то. А это что такое? Я сам этот металл скачал, но ничего с ним не делал. Просто интересно. Так, ну допустим, мы вот эти цветочки еще раз возводяжем. То же самое вот с этой штукой. Потому что черная она вообще ни в какие ворота. Поэтому я вот так вот немножечко. Ну вот уже что-то более-менее в тему. Андрей, а ты текстурки для кого-то вручную создавал или может какой пак подскажешь? Ну, большая часть на самом деле из тех, которыми пользуюсь, они вручную созданы. Некоторые из Гамрода скачивал. Ну, покупал там, они не очень дорого стоят. Вот. Ну, честно говоря, они, ну, блин, вообще текстуры, они все однотипные. Там главное найти вот в том же интернете там какую-нибудь текстурку, которая, ну, как сказать, там, в хорошем разрешении. Ну, как в хорошем, более 2000, где-то 2000 вполне хорошая текстура разрешением. Вот. И где-то, когда у вас 2000 она будет, то все остальное из нее просто делаете. То есть нормалька делается из этой текстуры, глосс карта, ну или рухнет в данном случае. Ну, металлик вы сами там делаете, если что, и так далее. Ну, металлик, что это, либо черная, либо белая карта, либо серая. То есть это-то несложно. Вот. Ну, а все остальное, так, вот этим металлом я нарисовал, поэтому его нужно будет сдублировать и отправить в нашего Dark Knight. Где, собственно, все хранится. Вот эти вот Real Life Gather Materials, по-моему, там гигантский пак. И, не знаю, по-моему, то ли он 5 баксов стоил, короче. То ли что-то такое. Ну, вот он, они вот такие, ну, не знаю, ну, прикольные, на мой взгляд. Вот. То есть, если их как-то там скомбинировать между собой, то можно попробовать чего-то такого добиться. Когда ты сгенерировал машины карты, создал него, чтобы перенести этого нарял с нормальным размером. Как карта нормально кин. А, будут все про ландшафт спорить. Я-то думаю, мне тут вопросы задают. Хочу себя этим гуру показать. А вы тут по ландшафту, я в ландшафте вообще не шарю. Не ландшафтный, я дизайнер. Ну, на самом деле мы чуть-чуть вот это так вот разнообразим. Хотя, надо это или нет, ну, я думаю, не факт, что надо. Так, ну, раз мы это использовали, то, соответственно, также дубликат. И в Dark Knight. Вот, потом сюда переходим. И можно попробовать чуть-чуть потертости, либо ржавчину порисовать. Ржавчина у нас, я не знаю. А, рисуется, кстати. Можно попробовать. Ну, это уж прям, знаете, на самом деле, это уж вот совсем. Ну, вроде как красиво смотрится, но, честно говоря, блин, не знаю, я не уверен, что это прям
именно на сумке, да, там стоит вот это вырисовывать. Пряжку, кстати, надо будет поправить потом. Но в целом, Андрюх, если время будет, покажешь волосы девушки-рыцаря. А ты имеешь в виду, как они вообще выглядят? Из чего состоят, что ли, что? Что именно показать? Так, ну давайте экспортируем заново текстурки, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Так, волосы бабы-рыцаря. Давайте запустим еще один мармасет. Откроем готовые прически. Так, long hair. Ой. Не то. Так. Вот так они выглядят. Да, и полигоны карты покажешь. А карта у нее, ну, они стандартные, в принципе. Этот нормал сгенерирован из Альбеды. Ну, Альбеды, вот. Такие вот линии просто нарисованы. И аккуратно все это прядями положено. Ну, это не Родион делает, парнишка, который волосы постоянно, ну, как бы на заказ мне делает. Это не я сам делаю, я говорю. Все, кто у меня обучался или кто пытался сам волосы делать, знают, что это довольно-таки неблагодарное занятие. Тратится огромное количество времени, особенно если ты не знаешь, как это делать. И при этом не факт, что классный результат получится. Ну, ему заказать, там, в моем случае заплатить. Обучение сейчас стоит уже тридцатку, но я до 1 сентября никого не беру, так что. Или жди 1 сентября, или там, если уж прям совсем хочешь обучаться. Но что-то у меня желание потихонечку пропало кого-то обучать. Слишком это утомительно. Вот. В общем, вот такие волосы. Если по сетке посмотреть, но ее так тяжело на самом деле увидеть. Ну вот они, пряди вот такие. Полностью полосы сделаны, да и все. А линии паль пряди под UV должны быть нарисованы. Ну, если... Ну, короче, смысл такой. Ты вначале рисуешь текстуру, а потом под нее UV делаешь, что пряди. Пряди располагаешь по голове. На самом деле я могу и сам создать. То есть мех я, к примеру, сам делаю, потому что там для того же Родиона, ну, он пробовал как-то, у него не очень мех получился. А на волосах он уже круто очень приноровился делать. И он, в общем, довольно-таки красиво их делает. Поэтому тут вопрос времени. Ну, вот эта вот банальная рассадка. Рассаживаешь, смотришь. Рассаживаешь, смотришь. Так, что у нас там? Глянь, может, Денис. Слушай, ты что-то так ее мега... А, ну ты все в этом стиле, в своем прикольном. Ну, кстати, неплохо, я думаю, если с такой стилистикой сделать пак. Потом их объединить. Хочешь, коллегам заценю на стрим сейчас. В общем, вот волосы такие. Мне на самом деле Родиончик, я у него несколько купил паков. То есть на будущее у него тут... Какие-то я у него еще пряди купил. По-моему. А, ну вот такая вот у него тоже классная. Ну, мне нравится. Вот такие вот волосы. Тоже, в принципе, прикольно. Мне нравится, что он их оптимизирует очень хорошо. А девку затекстурил. Нет, не затекстурил. Ну, думаю, завтра начать. Все по очереди. У меня просто очень много. У меня накопилась такая прям критическая масса работ, которые уже сделаны почти на
70%. Их осталось только затекстурить и анимацию сделать. А вся вот эта вот билиберда с ретопом, с UV-разверткой, с группировкой, оно все, в принципе, уже нормально смотрим. То есть вполне сделано. Я сейчас завтра просто... Ну, времени нету вообще критически. Я в отпуске сейчас. Ты же на стриме по персонажке. Но он любознательный. Вдруг. Так, ладно. А что мы делаем? Мы сейчас... О, ходы в игре кончились. А, сегодня же вышел этот, по-моему, Age of Wonders, типа цивилизации. Так что я хотел пропасть из реальности на 3 дня. Ну чё, Биг, показать коллегам? Может, кто что скажет прикольное по этому поводу? Я думаю, что в стилистически в твоей манере. У тебя предыдущий персонаж по стилю выполнен точно так же. Ну, насчет головы, это субъективно мое. Можно попробовать хотя бы 2-3 варианта левых сделать. Что по телу, ну, круто, мне нравится. Все, собственно. Тут я уж без вопросов, прикольно. Вон, блин, крутые, очень, крутые очень. А на карты фибермешем делает. Он, да, он делает фибермешем текстуры, а в блендере плашки накручивает на голову. Ну, блин, у него опыт большой. Он практически для меня сколько причесок сделал. И до этого как бы нормально. Ну, то есть он даже в этом... Я его как нашел-то вообще, Родиончика? Он в этом конкурсе в группе Сиджалис участвовал. И вот там он в конкурсе то ли второе, то ли еще какое-то место занял. Так, у нас, короче, сглюкнул рендер, поэтому 3D код перезапускаем. Вот. И я его там нашел, и он как бы с ним первый-первый, конечно, разы у него не очень хорошо получалось и долго. Но сейчас он прям вообще молодец. Ну и вот тоже на продажу их выставляет, волосы. Там, у него там можно их купить на CG Trade. Так, а... Показать что? Твоего персонажа сейчас покажу. Вот такой вот. Ну вот эта часть мне вообще нравится. Она такая прям классическая, металлизированная. Катаны круто сделаны. Ну, я еще раз говорю, если ты прям хотел в стилистику попасть своего предыдущего персонажа с автоматом, то вот в стилистику вроде попадает. Ну, само собой, да, вот это вот сгладить нужно быть посильнее. Ну и я думаю, без этого, ну, это твое. Ну, вот это вот чисто твое решение. Я не уверен, что оно крутое, но дизайн. Я бы сделал все-таки как минимум 1-2 головы еще на пробу. Ну, или сменные. То есть несколько вариантов голов. То есть анимироваться-то они будут одинаково, там основная анимируешь, вот, а будет как бы альтернатива, если кому-то не понравится вот этот вот, скажем так, агрессивный дизайн такой необычный. Так, что у нас там с сумкой-то? Почему-то какая-то тут прозрачность такая интересная получается. Мне непонятная. Ну ладно, в целом пофиг, нормально, хорошо составим, но еще напоследок потом есть что переделаем. Текстура у нее 2К-шная, поэтому прям мега-мега качество фоторильного вряд ли удастся добиться. Так, давайте откроем еще раз.
Ну, еще, может быть, в качестве тестика такого небольшого сюда еще в движение закинуть. Но в движение обычно портится все-таки. Не, прикольная работа, я говорю, у тебя вот, если ты прям в стилистике хочешь выстроить определенный. Ну, кстати, это неплохое решение. Сделать несколько персонажей в одной стилистике, а потом их в пак совместить. То есть это довольно-таки круто. Но Макс, по крайней мере, так делает. Он в основном паки делает. То есть, если я, к примеру, пытаюсь там по отдельности персонажей, потом, если они у меня пересекаются, я их в пак сую. Вот. А тот же Макс, он, к примеру, прям сидит, целый пак делает. Вот. И потом этот пак выставляет. Ну, башка, да. Ну, еще раз говорю, это его дизайн, но я бы сделал все-таки 2-3 варианта точно. Ну, это как бы и скины можно сделать с этого, и 2-3 варианта вот этих голов. Это будет, на мой взгляд, даже плюс. Так, сейчас я сюда закину еще просто как дополнительный бонус. Так, я тут сохранил сейчас. Секунду, найду файлик. Просто на всякий случай еще и в движении. А, вот смотрите, кстати. Ну, а, блин. Тут материалы сбиты. О, ну ладно, хрен с ним тогда. Тогда не судьба. Еще и завис, наверное. Это вообще шиноби, у них эти шляпы японские. Я ее переделал. Но у тебя больше получилось не шляпа, а воротник скорее, чем шляпа. Блин, забыл сохранить. Походу я мармасет убил. Так. Что, сори, что не по теме. Какую музыку слушаешь? В данном случае Король и Шут. Ну, именно сейчас. А так, Ария. Потом, что там этот... Ну, короче, в этом ключе. Что-то такое побрутали. Нравится вот эти, знаете, как ретрач такой рока, там, Warriors of the World. Группу не помню, я не запоминаю. Так, вот мне не очень нравится вот эта вот штука, которая почему-то вот этот вот какой-то эффект прозрачности здесь возникает. Почему непонятно, хотя я нифига не прозрачным это все делал. Музыка детства, ностальгия. Ну, я не знаю, как насчет музыки детства, но мне нравится она. Вот Король и Шут, у них очень, как это, необычная музыка. То есть у них сами мотивы такие необычные. Вот. Ария, ну это классика рок там. То есть тоже такие необычные. Ну, я говорю, вот эти, ну да, и я люблю. Ну, честно, а что сейчас слушать-то? Попсу я терпеть не могу. Никогда особо ее терпеть не мог. Вот. А больше я даже, честно говоря, сейчас и не знаю, что сейчас модно-то, елки-палки. В том, везде групп до хрена разных. Каждый в своем этом ключе, я уже говорю, за ними за всеми успеть нереально, а это уже проверенное. Ну, такие там кино, там группы, ну, в этом ключе. Кстати, помнишь музыку, которая в конце Cinematic Thriller? Она, короче, вышла недавно на канале. Киберпанк. Еще кино добавь. Ну, я говорю, и нет, я кино слушаю тоже периодически. Просто для стрима оно как-то, не знаю, я попробую как-то под стрим закинуть. И оно такое, оно либо громкое,
что мне просто с мысли сбивает, мне же начать говорить надо, а не просто ты хренотенью заниматься там покраской, да? Вот, и оно как бы реально сбивает. Либо делаешь слишком слабенькое, оно становится, либо оно реально сбивает просто с тебя с мысли. То есть, а Король и Шут там или Ария, они вот как оно в таком монотонном, то есть ключе, но ну, имею в виду. А там, да, ну вот эти князь, да, они все эти предлагаются на выбор. То есть я через Яндекс Музыку слушаю. Вот, а они, да, они там на выбор. То есть фигачишь Шут Короля и Шута, и они вот одновременно, то есть тебе их тоже предлагают послушать. Ну, я говорю, просто я уже проверенный, я ничего особо менять не хочу уже, старость. Как это? Репертуар уже все. Бля, нет, херня какая-то вышла. Ладно, не будем эту сумку больше мучить. Давайте мы еще две сумочки загрузим. Их мы попробуем сделать немножечко, ну, другого цвета. Ну, собственно, поэтому... Так, это у нас бак один. А система, точно, я когда в колледже учился, у нас препод по рисунку 4 года подряд, а я киш включил, когда на ноуте рисовал. Ну вот да, видите, как-то это код, сколько кушает оператива, а я хрен его знает. Где-то вот в данном случае на этом рыцаре с 8К текстурами, их тут 6 или 7 штук, ой, 4К, ну где-то 16-20 жирает. Ну, здесь еще дело в том, вот код у него такая, он еще что, вот кажется, да, что вроде простая картинка, но он же сюда в себя подгружает кисти, материалы, а они тут, вот материалов у меня, наверное, гигабайт, не знаю, 10, кистей, наверное, гигабайт 4, особенно вот эти вот те же всякие орнаменты, да, они 2 или 4, 2К разрешением каждая кисть. Супер четкие, типа, они, блин, вот выбираю кисточку, у меня код там зависает на пару секунд. Ну, то есть я говорю, такие. Так, ладно, накидываем общий материал. Общий материал у нас. Давайте что-нибудь такое простенькое сделаем. Вот что, с чего сумки выглядят. Чик. Уменьшаем текстуру, чтобы она такая была. Или наоборот, чуть-чуть увеличить ее. И можно вот так вот. Нет, слишком, слишком. Ну так, давайте общую покрасочку фигачим. То есть не забываем сохраниться. Слой. Заполните весь слой. Так, и вот эти вот части, пока у нас они еще... Хотя... Давайте их металличком покроем каким-нибудь. Ух. Какая штука-то интересная. Что-то это прям совсем какой-то ломаный металл. Да мне он, конечно, такие вот моменты не очень нравится, когда уж, бля, больно утрированно. Он такой прям, я не знаю, супер, либо супер ржавый, либо какой-то, я даже не знаю, он какой-то... Иногда, конечно, проще что-нибудь такое вот стандартная матовая, кто-нибудь в блендере анимации делал. Честно говоря, вроде кто-то говорит, что в блендере неплохо сейчас анимации делать, но я насколько... Нет, а кстати, ты зря. Вроде говорят, там неплохо он сейчас типа под анимацией будет затачиваться. Вот, поэтому я бы не сказал, что это прям совсем уж абсурдная идея. Но я, по крайней мере, вот сколько я не встречал анимаций, там, либо там, ну, какие-то киношные, типа, вроде как, либо Cinema 4D, либо Maya, либо Max. Ну, Max в меньшей степени, а вот Cinema и
Майя эти, да. А Блендер нет. Не, ну в кино, кстати, не факт, что Майя. Там еще может Cinema использоваться. По крайней мере, вот в играх там каких-то вот. Я помнишь, говорил, что челик какой-то, он типа игры разбирает там на запчасти. То у него все модельки, они в Cinema выложены, короче. Он, то есть, их выкладывает в Cinema. Я даже ради этого скачал ту синему дурацкую. Ну как дурацкую, для меня непонятно. Чтобы тупо там туда залезть и посмотреть, как там анимации сделаны и так далее. В кино, может, и не майка. Ну да. Но что-то мне кажется, что со временем даже тот же Blender, они как-то вхреначат все-таки в платную версию его сделают. Что-то. Ну не может быть так все хорошо. Вот. Ну не может. Blender ролики выпускает с анимацией, так что анимировать точно можно. Ну да. Да, блин, анимировать можно даже в ZBrush. Только при этом ZBrush, ну да, там морфами какими-то прокучить. Не знаю вообще. Так. Так, начинаем такую постобработочку. Так, Блендер недавно задонатил. Ну, я говорю, там какая-то на самом деле такая мутноватая хрень, что, ну, вроде как, да, там он в него все вкладывается, он условно бесплатный, но, блин, есть такое ощущение, что в один прекрасный момент он вдруг станет не бесплатным. А народ уже на него подсел, как бы. Ну, просто, блин, это же как мы в капитализме живем. То есть они все опошлят и так далее. То есть, не знаю. Что-то мне кажется. Эпики шарят, где бабки мутятся. Эпики сейчас очень-очень-очень пытаются Steam побороть. Я так понимаю, у них прям на этом повернуты они. На побарывание Steam. Но в целом, а чё? У них хороший фрисорсный движок, ну, сравнительно, да, у которой очень так хорошо поддерживает, у которого графони можно хорошо выкрутить. Очень много кто там рендеры делает. Почему бы и не воспользоваться славой, известностью, еще что-то под себя не подмять? Это ж бабки. Подсядут на блендер, как на рокоту, потом ломки будут. Ну вот да, мне тоже кажется, что что-то это они это подсадят вначале на бесплатное, а потом их херак. И все. А люди-то уже слезть не смогут. Мне понравилось, как на блендере ты делаешь для себя, а на браше и майки нет, поржал. Ну, блин, у каждого своя философия. Так. Сделали такую вот небольшую штучку. Дальше опять же можем поставить что-нибудь более яркое.
Включаем рисовать постоянно. Вот так вот выбираем. Уменьшаем максимально кожу. Выбираем маски. В данном случае мне вот эта вот очень нравится. Она такая неплохая. Вот. Оставляем ее. Выбираем инструмент, которым я обычно по тертости люблю рисовать. Ну и так вот аккуратненько. Ой-ой-ой. Кстати, неплохо получилось. Что-то я ведерко случайно закрасил. А получилось, кстати, очень даже годно, так как по мне. Так что, может, это было и неплохим решением. У меня такое чувство, что вы все богатенькие такие, раз не пользуетесь бесплатно, моя философия, все бесплатно. Нет, мы не богатенькие, мы просто с очень раннего возраста знаем, что такое торренты. А так-то нет. Не, на самом деле у меня довольно-таки много купленных прок, но все-то купить нельзя, попробовать хочется все. Вот что-нибудь самое интересное, это нельзя же все купить, а не у всего есть триал. Или ты, допустим, поставил, да, что-то, а не успел там, допустим, чем-то отвлекли, а раз, триал закончился, и что делать? А покопаться хочется. Ну вот и копаешься, сидишь. Ну а так, да, ну кому я тут рассказываю? А хотя, кроме нас, я уже говорил, Китай, Индия и, по-моему, еще чуть ли не Канада, что ли, пиратит больше. То есть там мы прям это не в топе. Так что можно не бояться. Так, смотрите, у меня философия такая. На объекте должно быть три цвета. Основной, светлее и темнее. Это я уже пошел, кстати, в детали ударился. Также точно сюда вот какой-нибудь цветочек можно забодяжить. Благо я там счастлив, орнаменты эти сделал. Единственное, не знаю, да, там челик на меня будет ругаться, что я как бы... Хотя, блин, выложил орнамент. Никаких там вроде лицензий нет на него других. Ну, которые бы говорили, что там нельзя использовать в каких-то коммерческих целях его. Поэтому я думаю, этим можно пользоваться. Ох, еще и там в другую сторону-то. Блин, студенческая меня так запарила своими уведомлениями, что я сходил на торрент. Нет, студенческую версию, ее чисто для ознакомления ставить. Работать в ней очень тяжело, а самое главное, что... Она потом маркируется, и в любой майке вы ее будете открывать. И вот она, вот эта вот студенческая версия, сделана в студенческой версии. Вот эта вот херня постоянно вылетает, окошко, блядь, на... То есть ты что-то начинаешь править, сделано в студенческой версии, блядь, сделано там-то. Думаешь, да господи, я уж с первого раза понял, что она там сделана в студенческой версии. Нахера мне каждый раз? И вот она в студенческой... Как бы, блин... Чисто для ознакомления, на самом деле, работать в ней крайне тяжело, как по мне. Привет, Андрей. Дошел до анимации, скачал с миксама идол и вставил в майку. Повторяю все ключи, не вычислят ли по кадрам, что она скачанная. Смотри, на самом деле, даже если ты делаешь ретаргет, блин, ну это вот серьезно, это субъективно. Они могут пропустить, могут сказать, что это миксамовская анимация. И можно попытаться поспорить, но вот Алекс тебе подтвердит, что спорить с ними как бы бесполезно в этом плане. То есть они упертые, как бараны, блин. То есть в моем случае, да, ну, видимо, то ли из-за того, что я уже как бы, ну, блин, что-то я крутовато слишком сделал, слишком ярко. То ли из-за того, что я уже просто несколько раз им доказывал, что я не верблюд, ну, то есть, что у меня не миксама. Они от меня отстали. То есть теперь, что бы я туда ни засылал, меня этим не трогают. То есть вот оно похоже на миксама там и так далее. А вот у новичков они мозги компостят конкретно этой хренью. Что
что это Миксама, там, что оно похоже на Миксама. Хотя, блин, вот опять же, 150 раз можно сказать, что Миксама, они как вот реально, как вот американцы. Я уже говорил на стриме, блин. Они запатентовали основные движения. То есть у них там просто основные движения, которые вообще могут быть в персонажке. И они, то есть ты все, что ты не сделаешь, оно все похоже на Миксама, блин. Хотя я говорю, ну я говорю, не знаю, блин, просто. Так что я тут тебе не могу сказать, какая-то херня получается. Давайте не будем тут ничего делать. Сделаем что-нибудь такое нормально, нарисуем клепочки какие-нибудь и так далее. Вот, так что я говорю, я тут, блин, не уверен, что я могу тебе что-то говорить в этом по этому поводу, потому что серьезно, хрен пойми их. То есть то они вроде как нормально, то нет. Блять, что ж так утрировано-то все, а? Ёлки-палки. Чего? Нет, легенд. Да кости-то у тебя и так разные будут. Я говорю, они не по костям смотрят, они смотрят чисто из-за того, похоже, не похоже, я так понял. Блин, а тут-то что за херня у меня постоянно выскакивает? Тоже непонятная штука, да? Почему тут он так рисует? Че вот это за такое? Надо будет с Миксом договориться, просто им 30%. Да я говорю, это... Они тебе ничего с тобой ни о чем договариваться не будут. Они просто напишут, что по договору там, да, вот такая-то, такая-то тема. Что за... Ну, в этом плане. Привет, можешь помочь с вопросами по 3D код? Могу, но у 3D кода есть группа специальная, в которой тебе помогут гораздо быстрее и более умные люди, чем я. Ну, если уж прям совсем так себя оскорбить по полной. А, я думаю, что за фигня, знаете почему? Я маску забыл убрать. Поэтому у меня вот здесь такая вот хренотень. У 3D Code есть хорошая группа ВКонтакте, где тебе помогут. А что, анимации Миксама нельзя на продажу с модели ставить? Нет, нельзя. Как говорится, миксамовцы, они все подмяли. Так. Немного грязи никогда не помешает. Андрюх, в какой студии хотел бы работать, но точнее стилист, какой студии импонирует тебе больше всего? А хер знает, ты думаешь, я в этих студиях шарю, что ли, так прям сильно? Мне нравится этот, я не помню, вот я говорю, Warhammer, к примеру. Какая-то вот последняя студия, какая делала стратежку этот, Warhammer-то последний. Вот в ней бы, может, поработал.
Но, опять же, я говорю, нарисовал текстуру, вроде сохранил марсет, неправильно текстуру или что-то не так делаю. Я не сижу в ВК. А почему не сидишь в ВК? Ты с Украины, у вас доступ закрыт или что там? Просто в ВК можно не сидеть, туда можно зайти просто так, как на любой сайт, если у тебя не заблокирован. И спокойно это там вообще не зарегистрированным быть. А в студии я не знаю, говорю, я никогда не ставил своей задачей работать в студии. Ну, если, конечно, это не какой-нибудь там фриланс. То есть, если мне фриланс предложат там пофрилансить на какую-то крутую студию, потому что, в принципе, это хорошие деньги, как для Рашки. Вот, ну, для любого СНГ. То, в принципе, можно подумать, а так. Слава, я с Украины, слава Украине. Ну, можно там. Ну, я говорю, не, у меня есть как бы знакомые и родственники на Украине живут. На самом деле, как по мне, так нечему там радоваться. Ну, это уже внутренние дела Украины. Ну, печально, конечно, все у вас обстоит. По крайней мере, как мои родственники говорят. Вот, поэтому стебаться не стоит. Так, ладно. VPN в помощь. Ну да, VPN-ка, в принципе. Но я говорю еще раз. Я могу подсказать по коду, но я вот, знаете как? Я как педиатр. Вот, наверное, самое лучшее сравнение. Я знаю потихонечку, понемножку в каждый. В какой-то прям. Но если меня заставить там конкретно прям что-то тебе объяснить в какой-то программе хитрости, я, наверное, не смогу. Вот. А так, спрашивай. Если знаю, то скажу, конечно, что не в лом. Так. А, стандартно забыли. Ну так может Marmoset просто не принимает тот формат, в котором ты сохранил текстуры. На самом деле Marmoset охрененная прога и жрет все подряд. Я еще пока Миксаму можно, по-моему. У них как раз для игр ты можешь, по-моему, их анимации использовать. Ты не можешь перепродавать их анимации. А то, что ты модельку на продажу, допустим, выставляешь, это считается перепродажей. То есть насчет коммерческого использования в каких-то играх они, по-моему, вообще ничего не говорят. Вот. А перепродажа будет считаться проблемой. Вот. Насчет Миксама, я еще раз говорю, он принимает даже такие форматы, которые Photoshop не может прочитать. К примеру, DDS, вот эти, которые в AAA проектах для упаковки текстур используют, то есть, ну, чтобы текстуры более мелко, ну, меньше места занимали, то есть он как бы даже их смотрит, то есть позволяет закинуть. Вот, поэтому я не уверен, что это именно в формате дела. При сохранении я выбираю сохранить для Marmoset. А где ты сохраняешь? Там нету такого, как. Где именно ты сохраняешь? Вот здесь, что ли? Файл экспорт модели. Вот здесь? В пресетах? Или что? Marmoset жрет любой, еще раз говорю, формат. У него нету принципиально такого, что он тебе там загубит что-то.
Он вообще, я говорю, такие форматы принимает, которые даже 2D-редакторы там не позволяют открыть. Ой, такое? Прям какой-то косяк с яичкой я, видимо, сделал из-за того, что он назад переходит. Так. Сижу с двоих аккаунтов, с двух аккаунтов, ибо даже YouTube лагает, выбрасывает. А, я говорю еще раз, формат просто выбери какой-нибудь там. Он хорошо ест, допустим, тот же TGA формат. То есть попробуй его. Блин, у меня может с ПЖ что-то. С чем? Чё ПЖ? Или место на диске сорвало. Может, тут уж ничего не могу тебе сказать. Так, ну давайте что-нибудь на краешке киданем такой металл из орнаментов. Я просто скачал их себе и подсел на них. Теперь мне хочется этот орнамент везде залепить, блин. Не знаю, хорошо ли это или плохо. Прямо они меня так радуют. Их можно и в ZBrush использовать, но и здесь они неплохо так катят. Так. Ну, давайте сюда на уголки его залепим. Ой. Ты тип настраиваешь текстуры, сохраняешь сцену, потом открываешь ее, там текстуры нету. Так, это, наверное, не ко мне вопрос. Так, а что у меня не работает? Через... А, блядь, лента, это забыл отключить. О. Так, а вот как ее отзеркалить, я что-то до сих пор не знаю. Я просто в этой сфере вторую неделю не знаю, как поступить. Сперва научиться скопить, а потом уже чай другие. Или понемногу изучать все. А вот это уже зависит от того, на что ты, собственно, претендуешь. Если ты хочешь стать, вот, ну, образно говоря, я, если уж прям так модно выразиться, дженералист, я делаю все. От скульптинга там и заканчивая там еще чем-то. Ну, то есть полностью всем персонажем. Если ты не планируешь вот этой хренью заниматься, что я занимаюсь, да, там всего персонажа делать, то можешь сосредоточиться на чем-то одном. То есть там допилить что-то одно. Но опять же, я говорю, все относительно. И, ну, хочешь. Не знаю, я говорю. Короче, делай, как тебе больше нравится, никого не слушай. Вот я к чему. Советчиков до хера полный интернет. А эти орнаменты, кроме как в столовой декоративной мебели, не вижу, тоже куча.
Нет, кстати, с помощью них прикольные, можно эти щиты там делать. Ну, я говорю, они вот такие эпохи, хрен узнает, короче, какой. Но в целом они прикольно выглядят. И вот для рыцарской тематики, мне кажется, они хорошо зайдут. Какой? Да, иди. Посмотрим. Ну, я до 23, наверное, постримлю, и тогда это попробовать пораньше. Хорошо. На самом деле, вот этот какой-то странный орнамент эти, они вообще непонятно, как ложатся. Через них все просвечивается. Хотя вроде у меня выбрано, что металлом рисовать. Может быть, надо что-то зажимать там, я не знаю. Потому что они как-то частично передают то, что вот под низом текстуру, хотя вроде выбран металл. Нужно разбираться, раз ты еще не нашел хорошие уроки по мармосету. В мармосете не надо разбираться, ты настраиваешь там карты и персонажей, туда все спокойно экспортируется. Вот сейчас я на стриме. Вот, к примеру, у меня сумочка, да, какая-то там есть. Ну и спокойно разбираешься, нас ну, экспортируешь и все, и туда вставляешь. Ну, там на превьющий прикольный, да. Ну, я говорю, нюансов много. Использовать можно все и везде, то есть. Какую версию Маки ты юзаешь 2017? Пробовал 2018, это просто эпический глюк. 2019 еще пока не пробовал. Я даже не знаю особо зачем Армасет. Я кидал, ну как он из-за рендера в основном. Ну и в данном случае еще из-за... Так. Что-то у меня музло пропало. Все, я походу все наушники сломал, что ли. А, они вроде работают. Ну да, он из-за рендера и из-за запекания текстурных карт. Ну, в данном случае вот сейчас. Все остальное, ну, на любителя. Все остальные его функции. Вот я делаю экспорт модели, делаю экспорт текстурных карт. Вирусники прикряки были. Ну там, по-моему, в каждый кряк они все равно встроены. Я же говорю, как вот, допустим, у меня стоит нод 32, и он собирает статистику по вирусам. Вот практически во всех кряках есть определенный вирус, который насильно прописывает в редакторе реестра команды какие-то, которые не дают программе типа обращаться к серверу за регистрацией, а как бы зацикливают этот процесс. Вот. И по этой статистике как раз можно зайти на сайт нода и посмотреть этот вирус, где больше всего распространен. А он, по сути, встроен во все кряки. Вот я говорю, по этой статистике можно понять, да, где больше всего ПО торрентово. И вот карту, если посмотреть, я говорю, как раз мы там, по-моему, на четвертом месте. Вот. И там Китай, Индия, мы, ну, еще там в десятке страны такие, причем есть не бедные довольно-таки. Вот чисто по этой схеме вот этого вируса распространения. То есть у нода есть такая штука. Поэтому, скорее всего, есть, но что прям таких мега-супервирусов. На самом деле я перед каждой установкой, если я вдруг для теста, давайте так, для теста какой-то ПО скачиваю, чтобы посмотреть хоть что это из себя представляет, используя что-то с торрента, да, то я, во-первых, делаю бэкап винды,
Во-вторых, у меня все самые важные данные, они на внешних носителях скопированы. То есть нужно, как в сексе, предохраняться очень тщательно. Поэтому, если я ловлю какой-то мегавирус, там, ну, хотя я ни разу не ловил, но помню, как-то было один раз, не на моем компе, вдруг там. Вот, шифровальщик там у меня залетел, который мне все зашифровал и деньги начал вымогать. Вот. То у меня на самом деле ничего ценного нету. Я могу спокойно винду переставить. У меня образ и есть система. То есть это у меня займет 10 минут. Ну и проги переставить заново. То есть, не знаю. Но я говорю, пока вроде не ловил. Хотя наверняка есть он где-то. То есть почти во всех. Хороший пример. Бывает после выхода из проги в целом все хорошо. Ну, я говорю. Джедай, видите, силы и мысли. Оп. Ладно, пойдет для 2К. Так, вот эту корявую шляпу надо удалить. Так, ну ладно. Вроде как прям на скеле мы и сумки дорисовали. Так, что у нас там дальше-то? Боди. А, это у меня, по-моему, какой-то шарфик. Я его хотел кольчужным сделать. А бэкап винды помогает при лажах. Ну, при каких-то помогает, при каких-то он тоже не просто пытается восстановить, а восстановить не может. Получается, что, ну, в большинстве случаев помогает, потому что он полностью обновляет редактор реестра. Если у тебя туда вирусняк вписался, то он его восстановит. Так, это у нас что, шарфик под шлемом, да? Я его хотел попробовать кольчужным сделать. Я даже тут скачал кольчугу. Причем это, по-моему, 8К-шная версия. Это не это. Так, нет, не это. Она даже с прозрачностью, то есть. Я только не знаю, она какая должна быть, мелкая или вот такая крупная. Ой. Слушайте, это что-то странная какая-то тема это. Он даже с вариантом прозрачности похоже, то есть я могу сейчас сделать какой-то шарф из какого-то материала. А, давайте попробуем ткань сделать. Вот из этой, из дублируемой. А, или взять мешковину обычную. Давайте вот эту мешковину попробуем. Вот, и поверх нее кольчугу нарисуем, и как это будет выглядеть. За шляпу. Какая-то херня с качеством творится. Такое ощущение, что у меня этот воротник вообще
из фотоскана сразу и текстуры делает. Ну, можно. Так, давайте-ка посмотрим. Что-то мне не очень нравится этот шарф. Он вообще, конечно, к телу-то вроде не относится. Ну. И что ему не нравится? Он вообще огромный должен быть. На нем какая супер качественная текстура. Должны быть, по крайней мере. Короче, что-то глючит эту кольчугу странно. Хотя она должна глючиться. Еще каким-то серым цветом рисует. Она не должна серым рисоваться. Так, ну-ка, редактировать материал. Ну-ка, если мы ее сейчас отдельно, то есть body 92. Давайте detail. Ну-ка, и на ней. Ну, вот сейчас она типа что-то с чем-то. Мощность нормалки. Так, а теперь попробуем это залить. А, кстати, вроде что-то получилось. Ну так, конечно, сравнительно. Небольшой эффект есть такого кольчужного, как считаете? Или не очень смотрится? Можно попробовать какой-нибудь более плотный. Так, а ну-ка. Что-то это вообще какая-то странная. Вроде нормальная кольчуга должна быть. И даже на превьюхе она нормальная. Тут какая-то вообще непонятная шляпа выходит. Немного на свитер похоже. Ну, это и да, это и планировалось как свитер. Ну, по крайней мере, вот эту подкладку. Вот, ну, я говорю, странная какая-то тема почему-то. Так, зайдем давайте в редактор текстур, переключимся на боди. И вот какой-то вот этот воротник. Так, вот этот воротник у меня свитер, действительно. А вот это должна быть кольчуга. Так, надо ее уменьшить размер. В плане без основного цвета. Так, вот это вот кольчуга как раз. А, я откатил назад случайно. Блин, хоть нормальку фигачу побольше, он все равно что-то не рисует. Так, давайте зайдем в материал и посмотрим, что тут можно отредактировать. Контраст отвечает за степень прозрачности альфы. Давайте шероховато сделаем 30-ку. Вот так попробуем. Может, попробую ее под углом забацать. Да, она, кстати, неплохая. Это, по-моему... Я вообще вот эту хрен отнять. Но это совсем как какая-то... И плюс почему-то качество хреновое, не понимаю. А,
Потому что я вообще на весь шлем, хотя нет, вроде. Короче, что там, походу, глюкнула UV-развертка в этой фигни. Хотя, по идее, не должна бы она глюкнуть была. То есть тут-то она, видите, как выглядит прикольно. А вот это из-за того, что развертка слабая. Хотя, еще раз я говорю, этого не может быть, потому что развертку я делал Uber как раз для этой кольчуги почему-то. А она выглядит так себе. Хотя, я думаю, для этого вполне хватит. Ты в Marmoset, посмотри, даже в кое-то не айс. Ну да, сейчас вот гляну. Да мне кажется, в Marmoset она будет. Хотя она чуть-чуть из-под шлема торчит, и я не уверен, что прям все будет решать. Так вот она вообще как-то выглядит. Ну, давайте попробуем. Экспортировать. Делай красным и не парься. Что именно делать красным? Да просто непонятно, из-за чего это. Или переделать UV-шку, прям сделать побольше этот, под на нее упор. Вот в чем как бы дело. Просто не совсем уверен, что в этом проблема. Так, ладно, пока у нас тут что-то экспортируется, давайте. Шарф. Ну, он, я говорю, я как шарф его и планировал. Типа подкладка. Так, ну что у нас тут? Все зависло. Пока висит, в общем, еще раз говорю, в очередной раз. Висит в одном месте, все делайте где-то в другом, то есть КПД, коэффициент полезного действия. Пока идет загрузка, можно попробовать анимашку. Одну по-быренькому сделать. Так, у нас боди следующее, также точно настраиваем. И перекидываем сюда текстуры, которые у нас загрузились.
Ну, что-то прям совсем такое. Ну, я на кольчугу вообще ни капли не похожа. Какой-то шарфик. Может, реально не делать кольчугу, а шарфик сделать синеватого такого цвета. У меня вот эта будет часть синяя. Может, и здесь тоже что-то типа синяя ткань. Странно, блин. Вроде короче, хрень какая-то непонятная. Не знаю, что это такое. Изучаю сейчас что-то или уже не до того сроки и так далее. Ну, я изучаю по мере. То есть я что-то делаю, и по мере этого, если надо для какой-то работы, приходится изучать. А так прям, как сказать, что-то, лишь бы изучать, не, я так не делаю. Так, и ну ладно, я, в общем-то, этот материал хотел синим рыцаря сделать. А почему, когда я в окно майки скидываю другой меж с таким же скелетом, то скелеты объединяются так как-то? Это можно? Нет, они должны объединяться. Имена-то одинаковые. Майка-то от чего у тебя отталкивается? От имени, костей. Поменяй имя костей, и поменяется майк. Ну, не будет у тебя ничего смешиваться. Так, не там перекрашиваем. Вот здесь надо перекрасить. А цвет вот такой будет. Я уже решил, что у меня он такой будет в синеватой одежке. Персонажик. Ну, синим покрасить, не заморочить. Да, я понял. Ну, почему-то странно. Я специально... Вот как бы, да, как это сказать, проблема именно в этом, что вроде как я специально планировал, что у меня в этом месте будет кольчуга. Даже на UV больше места я ей выделил, чтобы она более качественная была. А в итоге все равно какое-то говно смазанное вышло. Так, дублируем. Делаем более светлые. Сохраняем. И это тогда у нас будет... Ну а как же привязка меша к костям, типа пофигу? Да, у тебя еще раз, у тебя привязка к мешу, меша к костям роли не играет. У тебя играет роль название. Если кости имеют одинаковые названия, то тогда они заменятся. Это как раз принцип ретаргета, когда ты с миксом что-то ретаргетишь. Там тебе достаточно скелет один раз настроить, а потом ретаргет перекидывать просто анимации. Они автоматически будут заново, ну то есть персонажа переделывать в другую позу. Так, а это сделаем потемнее. То есть по методу Substance Painter, чисто заливками и процедурками всякими. И вот этот костюмчик я тоже синим хочу полностью сделать.
Мне кажется, будет вполне себе неплохо смотреться. Так, ладно. А в деталях я даже не знаю, что пока нарисовать. Так, оба, пояс с пряжкой вместе. Так, щитки какие-то. Короче, все по отдельности какое-то. Давайте этот воротничок попробуем нарисовать. Чуть-чуть забежим вперед. И, наверное, на этом закончим, экспортируем в Marmaset. Завтра тогда вывешу опять, что будем делать, покраска или прочее в группе. Вот. И тогда посмотрим, кто проголосует, за что, то и будем делать. Так. Давайте посмотрим пока обычный металл. Ну, тут ничего супер оригинального нету. Металл, металл. Ну, в идеале, да, доспех он такой должен быть. Но я не знаю, мне почему-то вот не нравятся вот такие вот прям. Мне как-то нравится, когда есть какое-то, не знаю, разнообразие, что ли. Ну, купи. Ну, я против всякой падежи надо. Да. Ну, пока не за 1000 я покупала. Дай пофигу. Так, давайте ворот на шее up. То есть пока накинем карты, вот здесь вот на краешках попробуем более яркий цвет взять. Нормальку вырубим. Ну и чуть-чуть порегулируем. Так, заполняем. И нижняя часть. Шея. А вот здесь узор заскульптил. Нет, вот этот же орнамент использовал, которым все, собственно, и сделал. Так, на шее, а на темную сторону попробуем накидать. Ой, что там прям совсем. Интересно, если ржавчину. Ну, прям, хотя, вот я думаю, доспехи же они вряд ли прям ржавые были, наверное. Интересно, если так. Давайте-ка побольше раздвинем эту штучку, чтобы как-то видеть больше спектр. А с маркет Плейса, как вывод вообще приходится? Есть минимальное ограничение? Нет, нету. Короче, там система такая, как во всех этих шарашмонтаж конторах. Ведь тебе выводят через полтора, ну, то есть через 2 месяца. Первые деньги начинают идти, и так они с задержкой выводятся. Там возврат вот на 3D стоках, в отличие от 2D стоков, никаких возвратов, ничего, ну, то есть запросов на вывод денег нету.
То есть там в этом плане спокойнее. В 2D100, когда есть запросы на вывод денег, но в 3D нету. Не, блин, я не могу так, когда вот он прям чистый такой. Через полтора, ну...